Южный военный округ в полной боевой готовности по приказу Верховного главнокомандующего Минобороны начал внезапную проверку войск. Кроме подразделений Юга России, в ней участвуют десантники и транспортная авиация. Глава ведомства очертил круг задач. Необходимо отработать весь спектр задач, решаемых органами управления и войсками, в том числе по борьбе с террористическими угрозами, ликвидации последствий природных и техногенных катастроф, оценить маневренные возможности соединений в ходе совершения маршей при создании группировок войск. Проверка не просто внезапная, но еще и комплексная. У каждого рода войска свои цели и задачи. Особое внимание в этот раз уделят проверке систем управления соединениями, в том числе и в полевых условиях. Еще одна важная вводная – это отработка мобилизационных мероприятий. Южный военный округ должен показать, что он готов организовать территориальную оборону в случае кризисной ситуации.